Три дня пронеслись как один миг. Это был четвертый книжный маяк Петербурга. Совершенно невероятная цепочка событий, которую вы оценили, мы в этом уверены. Но только вдумайтесь в эти цифры. Более 1 000 000 просмотров. Более 4 500 гостей на разных событиях. Это потрясающие цифры. Сама география маяка расширилась. Библиотеки, книжные магазины, концертные залы, общественные пространства, где звучала музыка смыслов. И далеко не только в Петербурге. В этом году это Владивосток, Иркутск, Волгоград, Ульяновск, Ростов-на-Дону и многие другие города. Наша команда заглянула на мероприятие книжного маяка и даже за кулисы. Смотрим. 9, 8, 3. В эфир. Работаем. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Все, кто любит чтение, все, кто читает книжки, все, кто хочет, чтобы наши дети, внуки читали книжки, я рад приветствовать на открытии в Российской национальной библиотеке уже 4-го всероссийского фестиваля «Книжный маяк». Мы с радостью, я имею в виду Российский книжный союз, конечно, поддерживаем фестивальный праздник «Книжный маяк Санкт-Петербурга», инициативу, которая объединяет книжников со всей страны и направлена это мероприятие на развитие, конечно, интереса к чтению книг. Уверен, 4-й книжный маяк станет путевкой в жизнь для многих молодых авторов, поможет издателям наладить новые деловые контакты и, главное, станет великолепным подарком для всего читающего Петербурга и для всех россиян. Очень здорово, что именно Санкт-Петербург является таким вот стартапом для такого рода проектов, которые уже к этому году завоевали, по сути дела, федеральную аудиторию. Поздравляю с открытием 4-го фестиваля «Книжный маяк Петербурга». Это по-настоящему большой праздник, который объединяет всех любителей книги и чтения вне зависимости от времени, ситуации и даже локации. Интерес к книге, что она никуда не пропала, чтобы показать, что это огромный мир, очень интересный, очень увлекательный, он смысловой, и мы не можем его потерять. Петербург фактически доказывает свое право быть столицей, культурной столицей, вот такими вещами, как маяк. Книжный маяк подарил нам более 180 событий в гибридном формате. В фестивале приняла участие 51 библиотека Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В них прошло более 90 мероприятий. Библиотеки являются вообще самым современным учреждением культуры, которое можете себе представить. И то, что трансформации, которые происходят в библиотеке, кстати говоря, на разных уровнях, это и библиотека Маяковского, которая на сегодняшний день не просто библиотека современная, одна из самых современных библиотек в мире, с интегрированными туда роботами и огромным количеством технологий. Музыка смыслов, по задумке Дениса Котова, идейного вдохновителя и организатора фестиваля, должна была пролиться через призму книг, поэтических выступлений и, конечно, самой музыки. Оффлайн и онлайн, так или иначе, мудрое слово нашло каждого желающего соприкоснуться с удивительным миром творчества и литературы. Когда коллеги называют «книжный маяк», то нам подсказка идет, что мы должны двигаться за хорошей литературой. Ну и следом, конечно, раз в этом проекте есть музыкальная составляющая, музыка смыслов, то мы должны двигаться за хорошей музыкой. Когда книги стали печатать? Вопрос интересный. И ответ стоит искать, конечно, на «Книжном маяке».
В Государственном музее «Эрмитаж» была представлена одна из первых напечатанных книг – «Библия Гутенберга». 42 строки на каждой странице и 282 цветных миниатюры – ровно столько содержит в себе Библия, создана основоположником европейского книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Сегодня это центральный экспонат на масштабной выставке, посвященной новой эпохе книгопечатания. Мы, как организаторы фестиваля, не могли пройти мимо такого события. Это замечательно, что эта выставка проходит именно в дни проведения фестиваля. Мероприятие с авторами концепции выставки включало в себя виртуальную экскурсию по экспозиции и обсуждение особенностей работы с книжными памятниками. Музыка рождается из-за того, что ты что-то плохо расслышал. То есть ты услышал чью-то мелодию, но с ошибочкой. И думаешь, что нифига себе, это, наверное, я придумал. И поехали. Скажу, что да, страсть – это вот то самое состояние, которое, наверное, лучшим образом меня как-то характеризует. Вот. Хотелось бы, конечно, тишины и гармонии, но это случается со мной реже, чем вот эти все вспышки. Когда мы только писали «Хартию живых городов», это был 2014 год, мы сформулировали еще тогда, что основа живого города – это осознанные горожане. Без осознанности каждого из нас или большого количества горожан в городе никакого живого города быть не может. Опирайтесь на собственные силы, выявляйте в себе сильные стороны, свои конкурентные преимущества по сравнению с другими людьми, то, что вы делаете лучше всех. Дом журналиста стал одной из площадок для проведения четвертого фестиваля «Книжный маяк Петербурга». В течение трех дней здесь встречались с гостями, делились своими мнениями и общались известные писатели, поэты и драматурги. А это значит, что в самом центре Петербурга зазвучала музыка смыслов. Мы представляем сборник критики. Называется он «Проклятые критики» или «Проклятые критики». Здесь даже так оформлено название, что можно и так прочитать. Ну и, естественно, отсылает это к известным, так сказать, французским проклятым поэтам. Хорошая, даже очень критическая, но аргументированная статья, она необыкновенно полезна писателю. Сегодня мы в рамках «Книжного маяка» представляем мою предпоследнюю, или это последнюю книгу. Женишься одновременно. Век такой, какой напишешь. Вот. Такое наглое название родилось из моих наблюдений над тем, что жизнь, она совпадает с литературой. Все, что я написал, все со мной случилось. Все, что со мной случилось, я написал. Мне хочется рассказать людям какие-то истории, мне хочется подумать о чем-то. Я никогда не исхожу из того, что человек прочтет мою книжку, и в его жизни там то что-то поменяется. Моя задача – постараться помочь человеку размышлять о чем-то. Здесь состоялся телемост Владивосток-Санкт-Петербург-Москва. Локации трех городов соединились во времени и пространстве, чтобы вспомнить интересные факты из биографии Владимира Высоцкого, а также услышать его песни. Конечно, надо читать. Да, любой человек, который занимается этой сферой деятельности, должен читать, обязан быть начитанным человеком. И очень здорово, что такой фестиваль вообще существует, и что в нем принимает участие такое большое количество людей. Московский гость фестиваля, поэт, эссеист Дмитрий Воденников говорил о языке, смыслах, которые зажигают огонь надежды и любви в сердцах людей. Попса всегда бьет в точку, а интеллектуальная всегда работает по каким-то странным маргиналиям. Она создает смыслы, и не факт, что эти смыслы будут считаны и востребованы, но это не отменяет того, что эти смыслы необходимо вырабатывать. Бывает так, что
популярное, одновременно оно же изысканное. Вот бывает кино для всех, вы прекрасно знаете, что оно бывает. Вот. Но, а часто расходятся люди в понимании. Ну, вот кино, которое для всех. Ну, известно, что вот этот Фассбиндер, такой суперский немецкий элитарный режиссер, он помирал совершенно от Калины Красной Шукшина. Ему казалось, что это вообще это на самом деле так. Как сделать современную детскую книгу доступной и востребованной? Вопрос крайне важный. Его обсудили в рамках круглого стола на одном из 27 мероприятий, посвященных литературе для детей. В период глобальной цифровизации взрослые все чаще отдают предпочтение гаджетам. А как же обстоят дела с детской книгой? Детскую книгу дети читают, если им ее сначала читают родители, если дома читают родители, если родители умеют находить интересные книги, если родители сами любят читать, тогда и дети тоже читают. Я думаю, что очень ценно встречаться с людьми из отрасли, в которой ты работаешь, обмениваться мнениями. Ты так сидишь, да, один со своим текстом, да, с ноутбуком, и когда у тебя появляется возможность встречи, профессиональных диалогов, это всегда, безусловно, ценно, и ты какие-то новые мысли для себя выносишь. Было бы, конечно, приятно видеть много мероприятий со стороны государства, да, чтобы участвовали комитеты и принимали участие в обсуждении вопросов. Тогда это было бы такое поле обмена, и оно было не одной, как бы, да, стороны, а с двух. Есть такой, ну, не закон, такая тенденция, что книги взрослые с течением лет становятся книгами детскими. Ну, допустим, Вальтер Скотт, Жюль Верн, Дюма – это все было чтение для взрослых. Сейчас это благополучно опустилось на детский уровень, и там расцвело вторичным цветом. Андрей Фифелов, член Московского союза художников, заместитель главного редактора телеканала «День», рассказал о работах советского скульптора Дмитрия Цаплина, мистического гения русского авангарда. Хочу отметить, что этот фестиваль, в отличие от таких разухабистых московских мероприятий, он носит характер более такой кулуарный и менее коммерческий. Это меня, конечно, вдохновляет. Здесь идет речь не о продаже книг, а именно о просвещении, о популяризации. Тем самым Санкт-Петербург подтвердил свой статус культурной столицы. Петербург как центр мирового значения фигуры и династии культурной столицы России. В разговоре с Ириной Евгеньевной Таймановой открылись секреты, как же стать атлантом культуры. Любить жизнь, не бояться проблем и трудностей, преодолевать их осознанно, зная, что это решаемо. Прежде чем сказать глупость, подумайте. Писатель-сатирик Семен Альтов порассуждал на эту тему с ведущим Андреем Максимковым. Поддерживаю все, что связано с книгой, не только из-за себя, Бог с ним. Чтобы люди читали для себя. Это не нужно для галочки, для кого-то. Читать – это получать еще какую-то краску этой жизни. Может быть, не такую сегодняшнюю какую-то, но очень важную для формирования человека. Александр Цыпкин с присущим ему чувством юмора ответил на вопросы нейропсихолога Дарьи Масленниковой. Они затронули темы творчества писателя, обратили внимание на мировоззренческие позиции московского участника фестиваля. Настоящее добро – это всегда сопротивление злу. Это не совершение каких-то добрых поступков, это сопротивление злым поступкам. То есть это всегда война. В книжных магазинах, библиотеках, на киностудиях и во дворцах. Свет книжного маяка дошел до каждого отдаленного уголка Петербурга и нашей страны. Организация такого масштабного фестиваля – дело непростое. Когда вы стоите на Дворцовой площади и видите в эту сторону, здесь Александрийский стол, туда вы видите кусок Исааки, туда вы видите начало Невского, который под углом идет. Вот когда вы смотрите и видите все вот эти доминанты, то вы находитесь внутри самой великой симфонии на свете. Вы похожи на уставшего родителя. Можно ли сравнить маяк с вашим ребенком? Ну, безусловно, это уже наш общий ребенок. Мы все с ним нянчимся, потому что это так и есть, действительно. Мы не высыпаемся, потому что он по ночам тоже плачет. У нас много чатов.
Надо все смотреть, курировать и реагировать оперативно на какие-то серьезные сбои. Значит, все нам удается урегулировать. В общем и целом мы очень рады, что мы большой слаженной командой делаем такое огромное серьезное дело. На протяжении 3 дней фестиваля впервые велась непрерывная прямая трансляция событий в социальной сети ВКонтакте. Это 60 часов беспрерывного вещания, доступного Дальнему Востоку и многим другим регионам планеты. Пожалуй, самый экстравагантный жанр проведения мероприятия выбрали Александр и Николь Гротовски. Иммерсивный, сидячий карнавал бестиарий. Карнавал, потому что карнавали, то есть это перевоплощение, это реинкарнация на самом деле в переводе. Карнавал – это пауза между прошлым и будущим, которая позволяет сменить роли, сменить персоны, маски, лицо, свое поведение и так далее. Анна и Сергей Литвиновы – родные брат и сестра. Одни из самых популярных авторов в жанре остросюжетного романа. Совокупный тираж их книг превысил 11 миллионов экземпляров. Писатели – участники фестиваля. Корабли плавают по спутниковой навигации. Но в то же время смотрите, насколько нас украшают маяки, как они оживляют наш пейзаж. И вот точно так же и с книгами. Многие считают, что книги – это анахронизм. Но в то же время, послушайте, что будет, если книг этих не станет? Маяки реставрируют сейчас во многих городах и делают как культурные достопримечательности. И книги тоже бумажные, но они сейчас переживают самый настоящий ренессанс. И, кстати, книжный маяк и Денис Котов этому очень способствуют. Полные залы зрителей – были и в доме княгини Юсуповой, новые локации для книжного маяка. Здесь располагается организация «Общество знания». Теперь это новый друг фестиваля. Я считаю, что книжный маяк – это огромная, мощная площадка, которая позволяет людям в наше непростое, скоростное время хоть как-то вот к этой литературе примкнуть, узнать, а что сейчас творится в этой сфере, узнать, какие поэты, писатели, литераторы существуют. Для меня это, конечно, огромная возможность встречи и работы с людьми абсолютно великого масштаба мышления, с которым ты просто не имеешь возможности встречаться в реальной жизни. Это самое главное для сознания – это развиваться. Если сознание не развивается, оно погружает человека в депрессии, масса проблем возникает. А чтение книг – одно из лучших способов развития. Библиотека имени Ленина стала местом интересных дискуссий. Так Андрей Ургант принял участие в разговоре на троих с Дарьей Масленниковой и Денисом Котовым. Скажите, что для вас книжный маяк? Книжный маяк для меня маяк. И он должен выполнять свои функции. Мы должны маякнуть людям, будущим и действующим читателям, чтобы люди вернулись опять из компьютеров в книги и не забывали, что книжка сама по себе, какая бы она ни была, хоть в софьяновом переплете, хоть в картонном, она все равно является произведением искусства, и самое главное, в нее вложен труд и душа человеческая. Где же можно услышать музыку смыслов? А именно здесь, в Государственной академической капелле, где состоится центральный концерт 4-го фестиваля «Книжный маяк Петербурга». На сцену вышли музыкальный коллектив русских народных инструментов «Терем-квартет», исполняющий музыку в стиле кроссовер, московский гость фестиваля, поэт-эссеист Дмитрий Воденников, пианист Вячеслав Зубков, поэт-переводчик Джулиан Генри Лоунфельд, а главным голосом вечера выступил Андрей Ургант. Музыка сопровождает нас везде – на работе, дома, в машине, на тренировках. Но чаще всего мы не задумываемся о той магии, которую она несет. А вот гость книжного маяка Андрей Константинов знает о магии звука все.
Здравствуйте. Ну, о магии, на то она и магия, что о ней все знать нельзя. И это как раз та область, которая минует сознание, потому что музыка обращена в подсознание, и происходит магия. Музыка начинает нас всех объединять. Мы как будто бы музыка идет к нам, вот для меня лично, но я ощущаю свою общность со всеми другими, что мы испытываем одну и ту же эмоцию. И она нас всех касается. Происходит чудо. Впервые «Книжный маяк» пригласил любителей поэзии и классической музыки в Николаевский дворец. Для гостей праздника провели экскурсию, а изюминкой вечера стал концерт Санкт-Петербургского симфонического оркестра IP-оркестра под управлением Игоря Пономаренко с поэтическим выступлением Кати Сергеевой. Вы понимаете, музыка со словом переплетается очень сильно. Есть музыка на литературные просто произведения, там даже на какие-то романы, не считая оперу. Вот. Поэтому мы целиком и полностью связаны, и, понимаете, это одно из другого переходит, то музыка становится сюжетом какого-нибудь романа, то какой-нибудь роман становится сюжетом музыкального произведения. Библиотека Маяковского стала местом притяжения уникальных людей. Одна из тем, как мозг создает звуковую реальность и музыкальные образы. Свою точку зрения представил психотерапевт, автор книг Андрей Курпатов. Когда мы слушаем музыку, наш мозг рисует звуковые образы и настраивает нас на определенный лад. Так вот, у гостя книжного маяка Андрея Курпатова мы сейчас поинтересуемся, какую музыку слушает Андрей, прежде чем приехать к нам на книжный маяк. Ну, я честно скажу, я мало слушаю музыку, потому что, когда ты решаешь какие-то интеллектуальные задачи, то в целом музыка может тебя сбивать. Если я один, я всегда слушаю классическую музыку, или я слушаю музыку такого медитативного плана. Вот. А если это компания или какое-то, то я, конечно, слушаю современную музыку, самую разную. Книжный маяк вновь заглянул в будущее. На этот раз в фокусе был мир культуры и искусства. Арт Футурум – такое название носило мероприятие в Маяковке. В нем приняли участие художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский, искусствовед, музыкант, писатель Михаил Казиник, кинорежиссер-сценарист Алексей Герман и основатель книжного маяка Денис Котов. А я, Роман Герасимов, вновь стал автором и ведущим арт-футурума. Еще одним местом проведения четвертого книжного маяка уже традиционно стал арт-клуб «Книги и кофе». Встречи, лекции, все самое интересное. Здорово, что есть возможность встретиться непосредственно со зрителями, поговорить с ними лично и поделиться своими собственными смыслами, заложенными в произведении «Маленький принц». Мы все-таки живем в какой-то такой промежуточный период. Ну, все говорят, там, критический, там, все остальное. Вот, но действительно мы видим определенную смену эпох, и важно, чтобы культурная преемственность сохранялась. И вот эти мероприятия позволяют культурную преемственность создать. Кафе, кофе и книги – это территория смыслов и ценностей, где мы можем прийти и поразмышлять о том, а как нам вместе, жителям Петербурга, собраться и сделать город качественным. Мы живем в эпоху шума, невероятного шума. Очень много лишних звуков. Одни люди улавливают лейтмотив своей жизни, и они могут найти тех, кто с ними созвучен. И тогда им очень хорошо, у них резонанс. И я не уверена, что это счастье, но как минимум удовлетворенность. А другие страдают в какофонии. Когда-то Лем сказал хорошую фразу: «Фантаст не должен заниматься тем, что может быть помыслено уже сейчас. Этим занимаются другие люди, они разберутся». Вот искусственный интеллект перешел из категории фантастики в то, что может быть помыслено. А это означает, что мы сталкиваемся с вызовом нужности.
когда мы транслируем это содержание, актуальность этого содержания во внешний мир благодаря книжному маяку, мы надеемся, по крайней мере, я надеюсь, что эта тема будет приобретать все более и более важное значение. Торжественная церемония закрытия фестиваля прошла в Эрмитажном театре. Снова на сцену вышли звезды литературы, поэты и музыканты. Для меня очень важно, что книга и ее возможность популяризации, в том числе гибридные модели, когда мы видим здесь людей, видим здесь социальные сети, видим онлайн-трансляции, это создает новую волну вот такого симбиоза и синергии. Этот фестиваль очень близок нам, группе RBI, по смыслам, по ценностям, по, знаете, такой, по энергии, по культурному коду. Фестиваль «Книжный маяк» очень нам такой близок, тепл, синхроничен, и мы с удовольствием его поддерживаем. Проект «Книжный маяк» давно поддерживается правительством Санкт-Петербурга, уже не первый год. Мы оказываем всестороннюю поддержку на разными комитетами, на разном уровне правительством Санкт-Петербурга. Участвуем активно и музеи, и члены правительства, и комитеты. Поздравляю вас с успешным завершением такой очень насыщенной платформной работы. Я с удовольствием приветствую вас здесь, в Эрмитажном театре, в музее, который создавался как частично, в значительной мере, музей книги, музей, который обладает удивительной коллекцией книг и рукописей, и который активно их пропагандирует, показывает, выставляет. Мы ежегодно делаем какую-то книжную выставку. Книга сегодня некий такой символ такого заслона, символ противостояния такого гордой обороны от всего того многого, что приходит и хочет быть главенствующим в нашей интеллектуальной жизни. Книга все-таки самый лучший символ настоящей интеллектуальности, настоящей интеллигентности. Я всех вас поздравляю и благодарю всех участников. Февральский книжный маяк Петербурга завершен, но мы лишь перевернули страницу, закончили главу и с предвкушением ожидаем следующий. Музыка смыслов продолжает звучать в наших сердцах. А это значит, что мастер-классы, лекции и встречи – все это прошло не зря. Не за горами. Осенью следующий маяк. Он будет посвящен образованию, театру и кино. И мы снова с вами там встретимся. До скорого! Как же провести такой масштабный фестиваль, расскажет Алексей Макеев. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Ну, мы пока сами, как организаторы, я как координатор, не очень осознаю, как это можно сделать. Уже есть некоторая привычка к книжному маяку. Мужчина, кстати, а вы знаете про книжный маяк Петербурга? Первый раз слышу, что это такое. Катастрофа. А готовы ли вы ради книги потратить дня два? Ну, вообще-то я люблю читать. Тогда вам туда, следующей осенью. Спасибо. Ну, а мы, друзья, с вами понимаем, что все мастер-классы, лекции, все, что у нас было, это подготовка к тому, что ждет нас в следующем маяке осенью. А что вы от меня хотите? Не надо так близко такую носатую девочку снимать. Это ж тема глубокая. Вы хотите все и сразу? Ну, этот, как в сутках МВД. Бахтияр Валерий Георгиевич, 48-го года рождения, в прошлом неоднократно судимый, последний раз за ношение холодного оружия. Потому что я считаю, что здоровые люди в музыке не нуждаются. Ну, куда угодно, лишь бы за водяников.
Это вообще просто, ну, то, что называется пир духа. Там надо более длинная фраза. Нет, хорошая. Люди иногда просто не думают о том, что можно подумать. Сегодня ваше выступление носит название «Прежде чем сказать глупость, подумайте». О чем оно? Сейчас прежде чем сказать глупость, нужно подумать, поэтому позвольте мне взять паузу. Прежде чем сказать глупость, я должен хорошенько подумать. Ну как, желание смыться. Скажите, что для вас книжный маяк? Книжный маяк для меня маяк. При том, что все люди знают, что это такое, а ученые об этом не знают ничего. Ну, просто мы использовали все умные слова, которые знали. Других не знаем, содержание тоже не очень понимаем. Просто нам показалось, раз книжный маяк, значит, надо очень умно как-нибудь. Где это можно будет посмотреть, это можно увидеть? Хороший вопрос. Февральский книжный маяк Петербурга завершен. Но это лишь глава в книге. Ее мы закончили, предвкушаем, что ждет нас дальше. Как известно, ждать нам совсем недолго, это всего лишь следующая осень. Ну, мужчина, одну секунду, можно вас? Да. Книжный маяк Петербурга, что-то говорит вам? Да, конечно, это прекрасный фестиваль. Я провел целых 3 дня, с утра до вечера. Вот смотрите, с тех пор не снимаю маяк. Потрясающе. Это лучший книжный фестиваль, который я знаю. Идите дальше по своим делам. Котову надо рассказать, а? Люди-то знают, любят, ценят.